Всем привет! Я рада приветствовать вас на отчете уже 11 недели моей работы с диетологом и массажистом. По традиции скажу, если вы не следите за этими видео, то у меня на канале есть целый плейлист, поэтому если вы попали на это видео как на первое, то я вам все-таки рекомендую вернуться и посмотреть все с самого начала. А для тех, кто следит за этими видео, давайте приступать. Честно вам признаюсь, что сегодняшнее видео, наверное, для меня самое сложное за все время, что я делала видео о правильном питании и похудении, потому что на этой неделе, это, наверное, впервые, мне особо, в принципе, не о чем вам рассказать. У меня за прошлую неделю не было никаких особых сдвигов, я не могу впечатлить вас тем, сколько я там килограммов потеряла или как я сильно уменьшилась где-то в объемах, как я, не знаю, феноменальное что-то готовила или какие-то другие мои достижения. Я для себя, наверное, поняла, что, наверное, вот это состояние, в котором я нахожусь сейчас, это практически моя финальная точка. Когда я обратилась к Насте, а Настя — это мой диетолог и массажист, за что ей просто огромное спасибо, даже эмоциональное какое-то у меня чувство это вызывает. Я когда к ней обратилась, я ей назвала цифру 58 килограмм, что я где-то вот в этом весе хочу быть. И когда я называла эту цифру, я, честно говоря, не совсем была уверена, что я таки добьюсь этой цифры, и что все-таки для меня реально дойти до той точки, когда я буду смотреть на себя в зеркало, и мне вот действительно прям все будет нравиться. Я не могла никогда называть себя толстой, там, жирной и так далее и тому подобное, но в последние пару лет я очень искусно все прятала под одеждой, то есть где-то свои там нависающие бока, широкие ляжки, целлюлит. Все это пряталось под одеждой, возможно, окружающие не так сильно это замечали, но меня это постоянно грызло изнутри. Мне хотелось это изменить, но как я не пробовала, вы знаете, если вы смотрите этот канал, вы знаете, сколько раз я пыталась заниматься спортом, ходила в тренажерные залы, как я угробила себе колени, занимаясь спортом. В общем-то, я постоянно старалась что-то делать, но никогда у меня не было еще какого-то действительно хорошего результата. И вот вчера я была на массаже у Насти, и я ей сказала: Настя, я не знаю, мне трудно вот о чем-то вот придумать, о чем рассказать, потому что как будто ничего не изменилось, может, ты меня там вдохновишь на что-то. И она меня спросила: а ты вообще довольна вот тем, как ты сейчас выглядишь? Ты хочешь еще худеть или тебе комфортно, ты чувствуешь легкость в своем теле? И я так подумала, и я поняла для себя, что да, это, наверное, именно то, где я хочу остановиться. Потому что я никогда не ставила себе за цель стать заморышем. Я никогда не стремилась к тому, чтобы у меня фигура была, знаете, такая современная, модельная, чахлая такая, кожа до кости. Мне все-таки нравится, когда тело имеет форму песочных часов, где не одни только кости и хрящи видно, а, ну, реально, вот как бы в целом картина складывается вот в такое вот, знаете, как гитара, да, вот такое вот тело. И вот сейчас я на себя смотрю, да, я не избавилась от целлюлита на 100%, он еще пока у меня есть, я, наверное, избавилась, ну, процентов на 80 от него, то есть в одном конкретном месте я его еще вижу, во всех остальных местах он ушел. И я продолжаю делать массаж, поэтому я думаю, что, может быть, до конца этого курса, до конца года я все-таки его еще добью, но, тем не менее, я решила, что сильно там сейчас бежать бегом не нужно, потому что на мне это все нарастало годами, а сбросить я это хочу там за 2 месяца. Так не бывает, ну, вернее, так бывает, но чисто с психологической точки зрения лучше на себя слишком сильно не наседать и не давать себе заведомо какие-то установки, которых нереально достичь, потому что потом разочаровываешься и трудно начинать с нуля. Поэтому я решила очень постепенно идти, и независимо от того, что я это решила, все равно я пришла к своему результату очень быстро. На данный момент я вешу больше, чем 58 килограммов, то есть последний раз это было 58,5, по-моему. Минимально мой вес спускался 58,2. Когда-то еще очень давно, я помню, я Насте говорила: слушай, я так быстро вес теряю, я там каждую неделю чуть ли не по килограмму уходит, ну там
по-моему, по 600, по 700 грамм у меня выходило каждую неделю. Я ей говорила, это так много, я же так через там 3 месяца, я же вообще буду скелетом. Она мне говорила, нет, твой вес в любом случае остановится, потому что ты не голодаешь. Вся эта диета, мне надо, кстати, отучиться называть это диетой, потому что это не диета, это не лишение себя чего-то, это просто правильное питание. И когда ты находишься на правильном питании, твой организм теряет вес до той точки, когда ему комфортно. Когда ты перестаешь терять вес, значит, как бы уже хватит. Да, бывают периоды, когда периоды плато, об этом я тоже рассказывала, когда еще есть лишний вес, но тебе его трудно сбросить, тогда можно, да, сдвинуться и пойти дальше. Да, по сути, я еще могу сейчас тоже сдвинуться и еще больше веса потерять, потому что, ну, есть еще, да, куда терять вес. Но я, наверное, все-таки этого делать не хочу. Мне комфортно сейчас так, как есть. Мне нравится, что я вижу в зеркале. Я уверена, что до конца года, у меня еще осталось, по-моему, до конца массажа 2 недели. 6, по-моему, еще массажей у меня впереди. То есть за это время я, скорее всего, дойду до точки 58 килограмм. И на этом остановлюсь и просто в будущем буду стараться этот вес поддерживать. Мне очень нравится то, как все выглядит сейчас, это замечают окружающие. Мой муж всегда делает мне комплименты, каждый раз говорит, что действительно он видит разницу, что все стало намного красивее, намного лучше. Я сама это вижу. И, в общем-то, да, наверное, сегодняшнее видео, это скорее видео о том, что вот, да, это, наверное, почти уже для меня конец. Поэтому дальше я вас чем-то таким, как уменьшение объемов или снижение веса, удивлять не буду. Я буду вам отчитываться по массажу, потому что у меня еще все-таки довольно много сеансов осталось массажа. Я все-таки хочу добить целлюлит до конца, чтобы он ушел, и получить именно такие идеально гладкие, ровненькие ножки. И буду также еще и рецепты какие-то вам рассказывать, о рецептах, потому что очень многие, смотря это видео, приходят просто в такой ужас, там, о боже, ты ешь десерты, о боже, ты ешь выпечку, о боже, ты там съела еще что-то. Мне это на самом деле так смешит, потому что нельзя, знаете, бороться с очевидным. Если ты видишь человека, который реально своим примером показывает, что вот, я делаю вот это, и вот это работает, и при этом находится кто-то один, говорит, это все фигня, это не работает. То есть, ну нельзя бороться с очевидным. То есть, если это работает на мне, это будет работать и на других. Но в то же время хочу сказать, плюсы работы с диетологом. Так как мы с девчонками общаемся, в Вайбере я уже говорила, что все клиенты, скажем так, Насти, у нас есть общая группа, чат в Вайбере, и там все общаются, все отчитываются, что они кушают и так далее и тому подобное. И я вижу, что у меня, моя диета, она, наверное, наиболее свободная из всех девчонок, которые сейчас вот именно в процессе похудения. Мне Настя разрешила очень много всего, и выпечку, и десерты, и кофе, и, ну, в общем-то, у меня такая вот именно не диета, а скорее правильное питание. Но хочу сказать, что есть девчонки, у которых намного более жесткая диета, и это зависит уже от их особенностей организма. У них может быть какая-то склонность к чему-то. У кого-то непереносимость чего-то, у кого-то наоборот там какие-то проблемы со здоровьем особенные. Именно это, в этом конкретно огромный плюс работы с диетологом. Потому что когда я пришла к Насте, я ей сказала, у меня одна проблема сейчас со здоровьем, я не могу заниматься спортом из-за своих больных коленей. Плохо, но тем не менее ничего с этим не поделать, пришлось подстраиваться, и весь тот результат, которого мы достигли, наверное, на 99% это благодаря массажу. Только массажу, без каких-либо физических упражнений. Да, я сначала делала физические упражнения, но опять-таки я их делала достаточно непродолжительное время, и колени у меня побаливали, так конкретно побаливали, и я поняла, что вот это вот нерегулярное, там 2 раза присел, 3 раза ногу подняла, но ничего мне не дает, и я, ну вот последний месяц я уже точно так халявничаю конкретно по поводу физических упражнений. Вот. И плюс именно работы
такой вот персональной работы с диетологом, что она каждому находит свой подход. Я ей уже это сказала, что она, знаете, как ведьма. Вот она как загадает, вот как у тебя будет, вот 100% так и будет. Она, я, например, говорю, нет, так не будет, ой, у меня не получается. Она говорит, будет, вот так будет. Она еще и очень такой, вы знаете, тонкий психолог. Она может вас, во-первых, замотивировать, настроить, и, во-вторых, она никогда не дает пустых обещаний. То есть она не говорит, ой, ты завтра будешь модель, я тебе там разомну весь твой целлюлит, и все будет замечательно, и кушать надо там, я не знаю, по какой-то особой программе, жрать таблетки какие-то для похудения. Она говорит, как есть. Вот, что вот, у тебя есть такая проблема. Вот так надо делать правильно. Слушай, вот, вот так и так, свои советы. Не вставляй там от себя тему какую-то. Если ты уже пришел к человеку, к профессионалу, уже выслушай, что он тебе хочет сказать и что он хочет сделать. Потому что если ты самый умный, скажем так, и пытаешься все сделать сам, то почему тогда до сих пор не добился результата? Если ты уже пришел к человеку, то, мне кажется, нужно выслушать, что он тебе говорит. Конечно, если это что-то, что в корне противоречит тому, во что вы верите, то, понятное дело, это значит не ваш просто человек. Но для меня Настя именно стала таким человеком, который нашел ко мне подход, который сделал весь этот процесс довольно простым для меня. И за это ей просто огромная благодарность. И под конец давайте я закончу рецептиком. Особо, в принципе, ничего такого я не готовила сверхъестественно. Все какое-то питание у меня на прошлой неделе было однообразное, потому что мало времени у меня было. Но я пару дней назад приготовила карри. Это самое вкусное карри, которое я когда-либо где-либо ела, даже с учетом в ресторанах. Оно настолько вкусное, что я просто даже поверить себе не могла, что я его сама своими руками вот этим вот приготовила. И как же я его готовила? Я изначально купила в супермаркете 2 зеленых перца, обычных сладких, и также купила 2 острых перца, но не сильно острых, не как чили, а таких достаточно островатых, я точно не помню, как они назывались. Я попробую вспомнить, напишу вам где-то, если я вспомню, какой это был точно сорт, вернее, вернусь в супермаркет, посмотрю, какой это был сорт, потому что хоть убей, сейчас не помню. И я это нарезала очень тоненькой такой соломкой, нарезала этот перец. После этого я взяла где-то приблизительно, ну, наверное, может, сантиметра 2 имбиря отрезала, и также очень мелко его нарубила и смешала вместе с перцем. Дальше все это закидывается на сковородку с оливковым маслом, и начинаете это все обжаривать, и весь смысл здесь, мне кажется, именно в специях, которые я использовала. В первую очередь это, наверное, именно карри. Я использовала 2 чайные ложки на все блюдо. Потом я положила приблизительно пол ложки паприки, пол ложки кориандра и буквально несколько штучек гвоздики. Может быть, 3 максимум я тоже туда кинула. И все это перемешала. Ждем до того состояния, когда оно чуть-чуть подтушится. И после этого я нарезаю куриное филе, бросила тоже туда куриное филе. И после того, как уже филе довольно так неплохо поджарилось, я туда добавила еще измельченный лук вместе с чесноком. Я это в блендере все довольно мелко измельчила и добавила туда. И опять-таки немножко это все потушила. И в самом конце я выбрала самые нежирные сливки, которые я могла найти. Но вот эту вот всю маленькую баночку сливок я туда вылила и тушила еще где-то это, наверное, минут 10, может. Ой, это настолько было вкусно, что мне даже словами трудно это передать. Идеальное острое такое блюдо, идеально душистое блюдо, идеально такое играющее с вашим языком блюдо. Короче говоря, просто обалденно. С рисом очень круто идет. И, кстати, если вы боитесь это кушать вечером, то если вы будете это кушать в первой половине дня, то 100% ничего плохого в этом не будет. Во второй половине дня нужно осторожно. Если вы уже на финальной стадии похудения, то тогда, наверное, я бы сказала, что можно. На первых порах я бы, вот именно во второй половине дня, я бы не рекомендовала. И тяжелые углеводы я бы оставляла все-таки на первую половину дня.
А тяжелые углеводы, это я имею в виду рис, потому что карри я ела с рисом. И хотя принцип правильного питания в том, чтобы не переедать, но позволять себе достаточно много всего, главное не переедать. И если вы не будете переедать, то даже если вы когда-то съедите там сложные углеводы на ночь, ничего там катастрофичного с вами не произойдет. Вот, это, наверное, все, о чем я хотела рассказать вам в этом видео. Кстати, многие мне тоже говорили, что не хватает фотографий до и после. Как я уже говорила, фотография после будет, собственно, после. В финальном выпуске, в самом последнем выпуске, после того, как я закончу все свои массажи, закончу весь этот курс, обязательно будет фотография после. Сейчас вы можете посмотреть фотографию до, которая в первых моих выпусках, по-моему, во втором выпуске или в третьем выпуске я ее показывала. Да, там есть фотография до, и совсем скоро, я думаю, через 1-2 выпуска вы уже сможете посмотреть на фотографию после. А пока я буду с вами прощаться, обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать в будущем мои видео, поставьте лайк этому видео, и мы тогда с вами увидимся в следующих. На самом деле делается все буквально за 5 минут максимум, именно поэтому я ее выбрала для себя, потому что мой ритм жизни не позволяет мне слишком много уделять внимания укладкам. И всегда, когда я занималась похудением сама, у меня худело все, у меня худели руки, у меня худело лицо очень сильно, у меня худела верхняя часть тела, но вот именно бедра и зона галифе у меня вообще не сдвигались, практически вообще.